ПГА-380! Гиганта. Сейчас вы наблюдаете в небе авиасалона МАК-2013. В полете участвуют тестовый самолет или так называемый самолет-лаборатория. Заводской серийный номер 4. Лайнер оснащен 4 двигателями производства Engine Alliance GP7200, каждый из которых может развивать тягу до 32 тонн. Обратите внимание, группа самолетов Су-27 «Сокол России» даже вот группой не сравняется с размерами этого гиганта А-380. Размах крыльев этого гиганта почти 80 метров. Взлетный вес этого самолета превышает 500 тонн. Внимание налево. Проход на самолете А-380. Высота 200 метров. Скорость чуть более 200 км в час. Ваши аплодисменты! Классно! Упала на нас, у нас ночь наступила бы. На 380 для вас пилотирует 3 человека. Это пилот-испытатель Кристоф Кайл, Этьен де Малевье и инженер-испытатель Паскаль Верно. Кристоф Кайл пилотировал гражданские и военные самолеты. В компании он работает уже 8 лет. Его совокупный налет на судах разного типа около 5000 часов. Обратите внимание, какой маленький радиус разворота у этого огромного самолета. Прямо перед вами А-380. Второй член экипажа Этьен де Малевье начал свою карьеру как пилот ВВС Франции. В компании Airbus он работает уже 8 лет. Имеет совокупный налет на судах разного типа 6800 часов.